Всем доброго времени суток. Сегодня будем смотреть отравившуюся 6 дней назад семью. Здесь рамок немного. Это в том году здесь был рой на 10 килограмм. Ну вот, перезимовали они слабоватые. И на 5 рамках. И вот сейчас они вышли в роевое состояние, вовремя не расширил. То когда выходил рой, старая матка ползала по доске, у нее крылья уже потрепанные были. Она была такая негодная. То я ее удалил, уничтожил. Короче, я ее уничтожил и решил с этой семьи сделать два отводка. Будем делать способом таким, чтоб возьмем сюда половину рамок, половину оставим семье, но сюда еще струсим всех пчел, чтобы как можно больше попало молодых пчел, потому что старые они послетают назад в этот улей, а молодые останутся. И вот будем так трусить, чтобы сюда пошла молодая пчела, старая там останется. И через недельки-две мне должны пообещали прислать двух маток, неплодных, правда, Бакфаст. И будем подсаживать сюда маток Бакфаст на эти отводки. Не знаю, за две недели, может, не отрутнеюсь пчелы. Ну, попробуем подставить клеточки молодых маток им, чтобы они чувствовали присутствие матки. То уже точно не отрутнеют. И через две недели потом тех маток, что будут, поменяем на Бакфаст. В этой семье уже пищат матки и квакают, то рой сегодня не было меня дома, но не выходил. Так и осталось. И если тут не созрели, не будет маток, чтобы посадить клеточку, то подсадим отсюда потом. Это чтобы семья не отрутнела, будем так делать. А потом уже через две недели подсадим культурных маток, неплодных Бакфаст. И на тот год уже будет две семьи, если перезимуют. Уже сейчас немного вечер. Тучки такие вокруг ходят с дождем. Ну, думаю, дождя не будет. Солнце покуда светит. Так, поставим нашу камеру, чтобы удобнее видно было. Лучше так. Паутины подолипало. Сейчас эту всю семью перетрусим. Задавил пчелу случайно. Потолочную, да. Так, наш дымокур. Здесь я весной ставил вощину, так они ее толком и не отстроили. Потому что старая матка была. Старая матка у нас была не очень такая, чтоб хорошая. То получилось, что пчел немного, да и расплод такой не очень. И вот я решил, все равно с ней меду не будет с этой семьей уже в этом году толком, то разделим ее на две части и подсадим маток Бакфаст. И на тот год уже будем только смотреть за ими еще. Дадим дыма сразу. Так как в этой семье много маточников будет, сейчас посрываем все лишнее. Знаю, сколько здесь рамок, сейчас посчитаем с вами.
У нас здесь с пчелами получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рамок. Разделим их напополам по 5. И потом уже подсадим им маток через 2 недели. Думаю, все у нас получится. Это лощинка. Лощинку они так и не оттянули, хотя уже и долго стояла. Вот наша лощинка. Поставим туда половину лощины, половину здесь оставим. Пчелы уже злятся немного. Думаю, свежие матки, когда будут уже культурные, то эта семья будет не злая. Вернее, отводки от этой семьи. А покуда что есть, то есть. Пчелы здесь так нормально все-таки. Пчелы беспокойные, так что сразу думаешь, что дадим. В эту банку будем собирать маточники, маток самих. Вот я ее поставил там. Так. На этой рамке у нас есть маточники, вот здесь мисочки. Одной рукой неудобно самому делать. Не знаю, что пчелы дальше покажут, когда их колотить начну. То, что беспокойно что-то находит. Или может что вечер уже, или из-за погоды. А может быть, что я салата с лучком наелся. Так чувствует запах. Поглянем. Здесь не видно больше, чтобы были мисочки или маточники. Переносим рамку. Наверное, останусь с другой стороны, где удобнее. А то ни туда, ни сюда. Камеру сюда поставлю. Думаю, слышно меня будет. Не успеваешь дымар браться, они уже за дымаром бегут сюда. Это у нас лощина, такая полуотстроенная. Наверное, позавчера открывал, то продавил его пчелу, так выгрызли. Вот маточники у нас, да и много снизу мисочки, вот маточник хороший здесь,
Его аккуратно надо свернуть. Злятся, конечно, не нравится им это дело. Ай, одному неудобно. Короче, говорить много не буду, смотрите сами, что делаю. Сходил, добавил порохна, чтобы горело хорошо. А то мало дыма, так психой злятся. Эти рамки я сразу струшиваю соседней улей. Трусили в соседний улей мы. Вот маточник хороший. Видно, не видно, где он на кадре. Вот маточник. На выходе, наверное, уже. То, что грызть начали. Не знаю, аккуратно сорву, покуда его. Положу в банку. Все тщательно срываем, чтобы не пропустить. Пчелы, конечно, не нравится им эта процедура, но покуда что терпимо. Эту рамку назад ставим. Осталось еще 6 рамок. Гляну.
расплод на выходе. Вот еще один маточник крупный. Вот мисочки снизу, маточник печатанный тоже. Все просмотрел, маточников больше нету. Ставим эту рамку назад. Так, здесь у нас маточник снизу, вот. Уже на выходе матка прогрызла. Сейчас я ее словлю, банку занесу. Надо аккуратно, я нас струшу, пойду пчел сначала. Так, здесь маточники убрали. Эту рамку я в основной семье ставлю. Осталось 4 рамки. Так, тут 3 ставлю. Сюда перенес я вощина и 2 корм расплод. Так, отсюда еще возьму одну с расплодом. И сколько? Возьму 2 с расплодом. Или вообще одну. Посмотрим, короче. А так, чтобы наполам разделилось все это дело. Здесь самая молодая пчела останется в том улье, что струшиваю. Тут только останется летная старая. Здесь такой вот расплодик. Маточники снизу видно. Вон. Плотненькие такие. Вот они сверху. Сейчас на рамке. И здесь вот маточник хороший, маточников хватает, короче. Снимаем маточники, 5 штук. Даже не 5, а 6. Эту рамку я поставлю обратно в семью. Не знаю, сколько там пчел на ночь останется, так, чтобы этот расплод не пропал. В этой семье пускай стоит. Thank you.
Так, здесь у нас 4 рамки, немного с расплодом там. Эту ващинку я туда поставлю с пчелами вместе. И еще струшу с крайней, с кормовой, и обратно сюда поставлю. Думаю, все-таки сюда что-то слетит на вечер, чтобы этот оставшийся расплод обогреть было кому. Больше пчел здесь не буду гонять. Маточники все оборвали, рамки оставили. Здесь у нас получилось 5 рамок. Это кормовая, это вот с расплодом 4, это ващинка с краю. Ну, я сюда принесу, наверное, сейчас больше такую, чтобы сот был. Ну, сокращу пчел этих, чтобы они обогрели этот расплод, что их осталось. Да, вывелся он. Здесь у нас получается, это вот ващина по краях, это вот тоже ващина полуотстроена, и вот это полуотстроена. И 3 рамки. Это вот корм, рамка, это 2 немного с расплодом. Но я сюда много пчелы струсил молодой. Но думаю, еще нормально будет. Главное, чтобы они разделились наполовину. Здесь улей рядом. Можно немного даже сдвинуть улей, чтобы на поллета разделилась пчела. И будут такие слабенькие, как бы сказать, отводочки на 5 рамок. Куда им подставлю матку, клеточки, чтобы не отрутнели за 2 недели. Вот уже и матка он вышла бегать в банке у нас. Матка хорошая, крупная. 2 даже матки. Надо разделить, покуда не перебились. Сейчас я их разделю, чтобы они не перебились. И клеточки посажу обратно в улья. Вот пчелы будут чувствовать присутствие маток. Они не отрутнеют, будут спокойно себя вести и работать. А через 2 недельки этих маток мы заменим на бесплодных, но уже бакфаста, так как на плодный заказ дольше будем ждать. Если так, плодных, так месяц ждать надо, то лучше уже я закажу бесплодных, посажу. Думаю, приживутся. И будет у нас вот 2 отводка бакфаст. До осени они должны развиться, чтобы на зиму пошли хотя бы на 5-6 рамках нормальных таких. И уже на тот год будет у нас 2 семьи здесь бакфаста и 1 там. Это та семья, что весенняя. Она тот год работала, и этот год уже там мед надо откатывать. Покуда я немного занят днями, так до меда не добрался, но уже надставка печатана, смотрел полностью почти. Осталось там крайних рамки 3 допечатать, буквально сантиметра по 3 донизу. Так, долго говорить не буду, надо маток разделить, чтобы не перебились сейчас. И сделаю, пойду клеточки сетки мелкой, положу им этих маток сюда улья, чтобы уже они знали, что у них что-то есть в семье и не волновались. Сейчас я все это буду дело рамки сдвигать аккуратно, чтобы уже расстояние было нормальное. Все это дело закрывать, утеплять и положу потом им через отверстие маток. На этом будем заканчивать сегодня. Продолжение будет, когда уже матки придут через 2 недели. А покуда все это дело закрою, и все. Всем, кому было интересно,
ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что я не так делаю, потому что отводками занимаюсь редко. Это в этом году первый раз решил так семью раз. Это уже матки бьются. Наверное, я опоздал. Ай, уже ужалило. Короче, уже не успел я. Матки перебились, короче. Вон она снизу. Зажаленная уже. Все. Короче, осталась одна матка. Буквально за секунду укусила она ее и все. А вон еще. А нет, это трутень. Трутня вырвал. Ну, короче, тогда одну подставим матку в одну семью. А на вторую я буду этого завтра уже переколачивать. Дождусь второго роя. Должен завтра выйти. Сегодня был должен, но погода такая была переменчивая. Я заберу с этого улья матку и подсажу клеточки в семью. Эту, что разделял. Конечно, хотелось бы родную, чтобы они запах уже чувствовали. Но родная матка все уже. Буквально. О, она лежит. Видно, не видно. Возле нее вот бегает эта жвавая. Буквально за секунду ужалила. Даже за сотые доли секунды. Смотрю, подбежала, жиги, все. И готово. Ну, ту и жвавенькую, значит, сейчас в клеточку подставим семью. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Удачного сезона. До свидания.